Франция – это не прибежище для всякого сброда. Я ее люблю за гостеприимность. Ее объятия открыты абсолютно для всех. Не надо слов. Откройте свои объятия. Или вам слабо? Я так вам отвечу. Я готов приютить хоть целый цыганский табор. Аллея Рост 2, двери открыты. Здравствуй, братишка. Спасибо. Спасибо, что пригласил. Спасибо. 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 Открывай. Весь табор? Да, табор. Настоящий Рома? А ты думала, сиди, Ромы? Ну и дела. Добро пожаловать к Бабику. Что он делает? Видимо, делает нам приятное. Доброе утро, брат. Хорошо спалось? Это камера от колеса моей машины. О, боже мой, у нас на кухне свинья! Ты сам говорил про открытые двери. Ну, дерьмо на кухне, это, по-моему, уже немножко перебор. Девушки. Мой дом – это ваш дом. В душе мы все цыгане. Мы хотим стать добрый француз. Нельзя трогать попа в музее, ясно? И еще, Рома. Какие, Рома? Другой табор. Будьте добры. Какой кошмар. Исчезни, это мой дом. Освоился наш Бабик. Угу. По-моему, даже чересчур. Да что вы делаете? Я укреплять безопасность. Мой дом – это моя крепость.